Деламейн высаживает вас у главного входа в Кампеки Плаза. Мы торгуем оружием. Простите? Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану савагидес. Дарекага. Дарекага нидокомотта. Доку? Зода. Юринобу-сан, шикаши. Такемура, омай но ошикото ва нанда? Нану ханаши дес. Данчунна шицумон да. Котаэро. Арасаке-ке но кача о мамору кото дес. Конго ва мотто шиккари секини но хатаси о носонде иру зо. Оэрюши кудасай. Арасаке-сама, киште шитугу ва сасемесен. Что там у вас вообще творится? Хиринобу придушил Сабура. Что? Вот, блять, собственного папашу. Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Бак, вытаскивай нас отсюда! Быстро! Секунду. Нет у нас секунды! Сука! Да, есть кое-что. Давайте в окно. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Бак! Диус Санто Пендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Посмотри за углом! Все нормально, Джеки. Просто не смотри вниз. Бля, как высоко-то? Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато. Надеюсь, нас они не видели. Тинка, да мака! Секрети игрутку я молюся, а ты... Черт! А, еще бы немного! Его пробили! Мадрес! Это херово! Джеки, ты ранен! Забей пока на меня! Проверь чип! Разгерметизация! Целостность чипа 94%! Он разрушается! Караху! Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай! Ви, кампеки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим! Дэл,
Мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, Росси. Класс. Обходим этаж. Теперь уходим чисто отсюда. Принял. Адрес. Отбой. Не высовывайся. Здесь тоже все чисто. Спустимся вниз. Если это учение, зачем сюда прислали спецназ Росси? Осторожно, а то нас поймают. Камбэки база. Объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих... Блин! Нас... Меня так просто не убьешь! Он ранен! Молодчина! Неплохо. Отзыв клиента учтен. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный нас! Сохраняйте спокойствие. Чего? Проезд заблокирован. Мисуамос! Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь. Чина, Дэл. Заказ выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Риперу сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу. Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Теперь мы будем брать только самые жирные заказы. Слышишь, Джек? Да, ты разбогатеешь, Михо. Я знаю. Нет, Джеки, мы разбогатеем. Я тебе обещаю, слышишь? Потеряй ради меня.
скончался. Куда доставить его останки? Что? Пакет Excelsior гарантирует бесплатную доставку останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Никуда. Стой здесь и жди меня. Я скоро вернусь. Хорошо. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи в высшей лиге, Джеки. Тебя ждут. WNS. 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Да, он там. Он мертв. Соболезную, друг. А где чип? У меня с собой. Этого я и боялся. Что? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Надо уезжать из Найт-Сити. Да ладно. Звони, Эвелин. Закрываем сделку, забираем кассу и исчезаем с радаров. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Забираем у Паркера нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок. Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Я все-таки выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Все норм? Лучше некуда. Они похожи. Тебе туда нельзя. Тихо, тихо, успокойся. Опять обдолбанный.
Сегодня я... Я пришел, чтобы с вами попрощаться. Деньги — это деньги. С ними, блядь, не шутят. Слушай. Шоня, подожди! Не надо этого. Ты же ничего не добьешься. Ты хочешь, чтобы я сдался? Это очень в твоем духе. А знаешь почему? Потому что ты всегда был тряпкой, Керри. Хочешь, дам тебе совет в память о старых временах? Кончай, блядь, себя жалеть. И начни двигаться дальше. Ты опоздал. Обожаю, когда ты бесишься. Моя южная кровь сразу кипит. Залезай, пока я не передумал. Сильверхенд. Привет, шайтан! Поднимаемся! На, надень! И не снимай, понятно? Пиздец. Беспорядки. Это наша работа. Это план Джонни. Уэйлот отвлекает внимание Арасаки от башни. А то, что по гражданским стреляет, тоже часть плана? У нас тут не слёт пацифистов, Том. Не нравятся твои проблемы. Несем груз в лифт, активируем, отдаем на волю гравитации. Взрыв разрушает фундамент, башня валится. Хаос, вопли, рок-н-ролл. Времени на отход будет мало. Подключаюсь. Едят ли кошки мошек? Едят ли кошки мошек? Едят ли мошки кошек? Мёрфи, ты достала уже? Хватит шариться в базах! Передай на всех частотах объявление об эвакуации. И пошли. Времени нет. Боже, кто писал этот манифест? Угадай с трех раз, блин. Джонни, ты оторвался от реальности. И это тебе говорит не Транит. Вперед! Огонь! Приготовиться! Он в укрытии! Мне кого-нибудь оставь! Чё, блядь, я разозлилась! Вот это я одобряю! Мёрфи, посылала на то, что ты травма гонялась с Надеждой и Вилкой. Джонни, груз! Как там называлась бомба? Бушидо 2. Кончай! Нам надо сваливать! Демолитрон! Ну, погнали!
К вам идет спецназ! Бегите! Бегите! Стреляй по кабелям! Прогревайте двигатели, мы возвращаемся! Так, это еще не все. Надо скормить это их подсети. Сука, ну конечно! Ты срать хотел на корпоративный колониализм. Это все ради твоей ебучей фанатки. Прости, бестия, тебе не понять. У тебя 4 минуты. Ни секунды дольше. Мы тебя ждать не будем. Так, я взломала дверь. К тебе идет еще отряд. Обожаю тебя. Да все меня обожают. Я, сука! Прижмите его! Позиция опустела! Займите! Террорист! Я рядом с точкой доступа. Классный ледокол. Импортный. Интересно, кто бы теперь мог изменить протокол подсети? Очень интересно. Ты помочь можешь? Могут ли пауки ловить мух? Есть паутина? Без вопросов. Спасибо, Мёрфи. Сейчас, на всякий случай. Мать моя, кибер-женщина, мы в телевизоре. Неизвестная террористическая организация выпустила манифест, в котором пригрозила разрушить Arasaka Tower. Здание срочно эвакуируют. Террористы заявили, что хотят, цитирую, «свалить памятник корпоративному колониализму». Конец цитаты. В ответ мэр Найт-Сити Мболи Эбуники выступил с заявлением о том, что любые акты террора на территории города будут караться по всей строгости. Мы попробуем узнать подробности у нашего корреспондента, который наблюдает за развитием событий у Arasaka Tower. Все готово. Теперь уходи. Они поднимаются. Беги на крышу! Адам Смешер! Джонни, беги! Мёрфи! Двери заперты, но долго не выдержат. Беги, Джонни, вали оттуда. Говорил, малыш. Говорил, что я тебя однажды прикончу. Хай, мада икитеимас. わかりました。向かいます。Попробуем еще раз. Кем были твои сообщники? Как вы добыли взрывчатые вещества? А че это добрый полицейский до сих пор молчит? Давай, поболтай со мной. Какой террористической организации вы принадлежите? Как вы добыли взрывчатые вещества? Привет, дедуля. Я тебя знаю. Молодцы.
直接話をする。Смотри-ка, у меня получилось. В этой башне погиб мой муж. Но бывает участь страшнее смерти. Я не хотел, чтобы он погиб. Назы, коную на коту. Зачем ты это сделал? Чтобы положить конец вашему безумию. Что во усоцки, дивун дисин уазамк. Дага шава чига. Шава юбен дага, карера ва кеште усо о цканай. Сиша но котоба нива. Сцумасисангару. Хаджимеро. А ты кто такой?